Это новая резервная котельная для Оренбурга уникальна. Такая есть только у нового перинатального центра. Будущие и уже состоявшиеся мамочки могут не переживать. В случае поступления сигнала о прекращении теплоснабжения от Сакмарской ТЭЦ с пульта диспетчера тепловых сетей будет запущена в работу данная котельная. Но теплоэнергетики надеются, что отопительный сезон обойдется без аварий. Во всяком случае, они все для этого сделали. Провели ремонт оборудования теплоэлектроцентралей, заменили в общей сложности 13 километров тепловых сетей, из которых 3 километра магистральные. Кроме того, запаслись резервным топливом. Норматив, который сегодня установлен Минэнерго на 1 октября текущего года, он превышен нами практически на 40%. То есть в части запасов топлива мы обеспечены полностью. Но главное, считают в оренбургском филиале Т-Плюс, это подготовка персонала, который будет следить за тем, чтобы в домах у оренбуржцев было тепло. Сотрудники прошли все необходимые тренировки, в том числе и в условиях низких температур. Однако теплоэнергетики считают, провести отопительный сезон без аварий мало. Надо, чтобы все клиенты остались им полностью довольны. Здесь уже тесное взаимодействие. Наша энергосбытовая организация, управляющая компанией, в чьем ведение находится, и мы как энергоснабжающая организация. Это взаимодействие на сегодняшний день, ну, я не скажу, что прям все идеально, но оно отлаживается. Не стоит забывать и о единых телефонах горячих линий. По всем вопросам, которые касаются отопления горячей воды, можно звонить по следующим номерам. Для жителей Медногорска номер 303-70, для жителей Оренбурга 347-347, для арчан 050.